Ну, здравствуйте, это вновь персона. Какая? Петя, точно. Я почитал комментарии, наконец-то, дофига комментариев, это было очень приятно читать, между прочим, что люди таки смотрят и советуют. Сказали, что лучше как-то проходить от босса до босса, ну, 5 этажей, да, получается, за 3 дня, верно, что-то типа того. Что еще? Типа, возвращаешься назад, точнее, вся мана тратится, возвращаешься назад, у часов лечишься, оказывается, часы восстанавливают ману и HP, я так понимаю. Что еще? Что-то мы говорили про регистрацию персон. Чего? Этого я не понял. Надо будет еще раз все перечитать, но я теперь знаю немного больше, что очень хорошо. Если бы это прикажет действовать как обычно, мы будем делать то, что захотим. Так что не умею. Да, это было. Правда, я не помню, на чем мы остановились в прошлый раз, как обычно. Да, я знаю, типа. О, надо посмотреть, что было в предыдущем эпизоде. Но я каждый раз забываю. Так. Хочешь узнать. А, все, я помню, о чем это я. Точно. Мы же померли. Гов Тартар. И да, у того босса действительно уязвимость это как раз дробящий урон, которым мы, блин, промахнулись. То ли дробящий, то ли тупой, я не помню, как называется. Короче, тот, который у нашей персоны Орфей. Я все еще не записал, как название заклинаний и что значки все эти делают. Но я это сделаю. Но, по крайней мере, я помню про... Про что же я помню-то, а? Про что-то, возможно, помню. Не помню, правда, про что. А, да, еще сказали, что на 14 этаже какой-то очень тяжелый босс должен быть. Хотя вот я смотрю на эту сейчас игру и недавно видел несколько геймплейных роликов Persona 5. Классно Persona 5 выглядит. Очень круто. Да, Орфей у него как раз должно быть... Пам-п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 ам. Ту-ту-тур, да, вот у него просто удар. И вообще они слабые против обычных атак. То есть, ну не слабые, а просто у них нет защиты против этого. Поэтому их спокойно можно атаковать стандартными атаками, в общем-то. Вроде бы, я понял. Мне бесит, что персону нельзя вот так вот поменять. Или, может быть, можно, я туплю. Бум, Орфей. А, о, окей. Все было намного проще. Что еще я важного прочитал? Уже не помню. Хрен с ним. Погнали. Надеюсь, в этот раз получится немного получше. Кстати, все-таки здесь очень классный саундтрек. Сидел, переслушивал на ютубе. Окей, бум, удар. Без разницы, в общем-то. Пожалуйста, попади на этот раз. Yes! Найс! Да, это потратит наши HP, но это выгодно. Оруфей! Yes. Так, и тебя. Ти-ни-ни-ти-ни. Бум. Yes. Совсем другое дело. Как же мне нравится здесь там крыша? Та-д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 а
О, нет. Окей. Щет. Окей, проблема. Что-то говорили еще про заклинание, которое позволяет... Да, у меня на другой персоне должно быть заклинание, которое позволяет поднимать персонажа. Опасно. Вообще каденцию хорошо бы использовать. Рискну. Не знаю, что из этого получится. Окей. Странно, у них уязвимость против этого, но при этом этот Джинпэй атакует мощнее без уязвимостей. Бред какой-то. Удар. Так, ну это должно добить. Ну, в плане это собьет, и тогда мы общая атака. Хотя, если Джинпэй с нами не атакует, может быть мы их и не убьем. Так что. Надеюсь, прокатит. Плиз. Да ты издеваешься, они все выжили. Ты издеваешься. Ну, это хорошо, но лучше бы ты добила одного из них. О, боже, Джунпэй. Ну, зашибись.
О, отлично. 3 HP. Я даже не могу использовать вот эту хрень. Могу каденцию использовать. Фак. Что будет, если я... них у всех HP, блин, нет. На. Нет, они нас убьют. Я использую каденцию, но я... мы мертвы. Эх. Да, я могу возродить Джинпэ, но это, насколько я понимаю, эти вот жемчужины или как там, они, это очень редкий предмет. Минус один, это уже хорошо. Да, вот этого я и боялся. Ууу, повезло. Щищ. Там-там-та-та-та. О, да, Джинпэй вообще мертв. Я так понимаю, наверное, и опыт не получится от этого от этой битвы. Может мне его возродить все-таки? Тум-туру-ту-туру-туру-туру-ру-ру. Шевляющая бусина. Не знаю, стоит ли. Наверняка. Плевать. Если это было неправильно, ну. Скажите мне потом об этом. Зачем ты хилишь? Ой-ой-ой-ой. Окей, это хорошо. А это очень плохо. Но могло быть хуже. Молодец, Джунпэй. Майнига. Окей, 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 окей. Удар. Без разницы. Найс, 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 найс. Надеюсь, эти оживляющие бусины, блин, не такие редкие, как я слышал. Окей. Не знаю, хороша эта битва была или нет, но... Камень Мазиум. What the fuck? Что-то внутри тебя изменилось. Эй! Ура! Что это был за голос? Ура! А, да, еще сказали, что лучше брать карточки с этим, зеленые, которые опыт дают, потому что они дают, типа, много опыта, и это очень важно. И что, не будет трех карточек? Обидно. Окей. Вот это была задница, вот что. Так, навыки, 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 навыки. Где наши... А, у нас вот это есть. Ну, это сбитых с ног, а не убитых. Провокацию еще сказали, полезно делать. Так что это... Враги получают очень много урона, но при этом... очень агрессивные или что-то типа того, я не помню. Где... Слегка восстанавливает HP одному союзнику. Ну, да, почему нет? Джинпэй. Это не слегка, это прилично, я бы сказал. Окей, все остальные в порядке, по идее. Нет, 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 нет. Навыки. Пусти, окей. Это было жопошно. Эй, халява. Духовная жвачка. Кстати, что там были за камни и что за духовная жвачка? Ну, так. А, окей, понял. Серьезно? А вот Мазио. Серьезно? Не выглядит как-то. Не похоже, что это сильно полезно. Так, что тут у нас за этаж? А, еще по идее на 14 этаже прям совсем какая-то задница. Если ты считаешь, что вы достаточно сильны, то можешь разделить отряд и приказать всем сражаться индивидуально. Ну да. Это может быть немного рискованно, но все будут быстрее получать опыт. Однако, если противники слишком сильны, вам стоит держаться вместе. Подумай хорошенько, прежде чем принимать решение. Ну, спасибо. Опыт, который ты получаешь за победу в сражении, делится между всеми членами отряда, которые принимали в нем участие. Поэтому, чем меньше людей в отряде, тем больше вы будете получать опыт. Однако, риск тоже будет выше. Учитывая силу члена твоего отряда, равно как и твои знания о противнике, прежде чем принимать решение. Я не знаю. Реально не знаю. Кто ты? Вас мы знаем. Это, в общем-то, не проблема. Слабость ко льду и к ветру. Упс, не то, что хотел сделать. Ко льду и к ветру, ко льду и к ветру. Значит, это... Значит, ты нам нужен. А, кстати, что там у Орфея появилось? Ничего?
Простите? Ведь сказали, что новый навык у Орфея, разве нет? Может, я чё? Странно. Окей, вот статус, можно было вот так смотреть, хотя... Ну, если у нее защита против льда, значит, у нее и атака льда, правильно? Я надеюсь. Да, буфу. У этого, у Орфея каденции появилась, или у этой каденции появилась, не знаю. Не-не-не, у этой, наверное, каденции. Я не знаю, я запутался, честно. Та-да-та-та, бэйби-бэйби. Окей, и это не проблема. Эп, 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 изи. Ёшь. И вот тут дофиг... О, окей, мне нужна зеленая хрень. Это было непросто, на самом деле. Окей. Еее, твой опыт повысился. Бонус опыта команда многому научилась в бою. 4 опыта? Не... Я не знаю, насколько здесь 4 опыта это много или мало. С такими цифрами не особо понятно. Я привык там 1000 опыта, это все дело. 10 тысяч опыта. И так далее. Так, что тут у нас? Сап, нига. Изи. И чё она там про необычных врагов говорила, непонятно. Так, вы боитесь огня, правильно? Нет, как раз огня вы не боитесь, вот что. Так, не то. Где мой буфу? Вот мой буфу. Бом. He dead, yo, как говорится. О, суэ. Обожаю. Так, буфу. Изи, изи. Суэ. Вот и все. Вообще, персона такая легкая игра, правильно? Нам нужно то, что посередке. Раз уж советуют, так и будем делать. А, блин, даже не посмотрел. Случайно пропустил. Ну ладно. Следующий раз. Окей. Я хочу преимущество. Фак. Окей. Так, у меня перчатки эти триггеры. Больше не хочу их видеть. Огонь, правильно? Огонь, да. Пришло время менять персону. Орфей. Аги. Надо будет вообще действительно записать тот один из тех комментариев, который был под видео последним. Какие названия заклинаний, собственно, являются огненными, какие светом, тьмой, дом и так далее. Я тут за Эурай. Hello? Окей. Вэп. Эй, у меня такой уже есть, спасибо, не надо. Так, нам сюда. О, интересно. То есть ты сконфужен изначально уже. Окей, о! Издеваешься. Легко. У нас, кто там у нас сейчас? Да, то, что нужно. Орфе! О, суге! И по факту, я так понимаю, вот, собственно, вот закончился наш османа, да, почти. Можем взять, вернуться. Ну, правда, телепорт надо найти. Взять, вернуться и восстановиться у часов и продолжать рапира. Рапира у нас есть. Бэйби, бэйби. Но это все дело можно будет продать, так что не такая уж и трагедия. Что у нас здесь? А? Может быть, даже тут. Окей, не хочу. Это лишнее. Ну, не то, чтобы лишнее. Опыт никогда не лишний. Тут он. Эй! Окей, это не выход. Я был уверен, что это был выход. Так, подожди, это 11 этаж. А когда мы доберемся до 14, там ведь этот босс будет? И как мы с ним справимся? В плане телепорта нам дадут. Просто телепорт каждые 5 этажей. Я не знаю. Честно не знаю. Папам, папам. Я обнаружил огромный источник силы. Да, вот. Будь осторожен. Не знаю, как на это реагировать. О, what the fuck.
успокойся. Успокойся, пожалуйста. Настя. А, ну это слабенькие враги, так что, в общем-то, неудивительно. И честно, даже не буду здесь использовать ману. Это совсем слабые враги. То есть здесь совсем ни к чему. О, хай-яй. Хай-яй. Окей. Фак. Бэйби, бэйби. Окей. Та-там, та-там, та-рам-па. Простите? А, окей. Я думаю, окей, интересный этаж. Быстро он закончился. Там враг. Хеллоу? Кто-нибудь здесь? Кто-нибудь? Так, ну это выглядит мелко. А, оно мелкое, потому что один враг. Окей. Ты боишься льда или ветра? Не помню. Ветра. Окей. Кто у нас ветром может хреначить? Хороший вопрос. Па-па-пау. Так, Гару и Патра. То ли ангел, то ли Накамата. Разрез, где провокация, Репатра. Не помню. Хоть убейте, не помню. Возможно, это она. О, фак, я случайно. Ну, это надо запоминать, вот и все. Гару, да. Точно, Гару это ветер. Вспомнил. Еее. Ну, мы знаем все, как эта битва, в общем-то, каждый раз проходит. Та-там, та-та-пам. Бэйби-бэйби. Я вот не уверен насчет... насчет этой фигни, где... как называется-то? Где нам всем разделяться, типа отдельно ходить. Я не знаю, как-то звучит слишком страшно. Если честно. Ракшо-ракшо. Ну, то, что справа. Это HP устанавливает, насколько я помню. Бэйби, бэйби. Да. Ну. Это что-то. Там предмет, кажется. Да. Хеллоу. Ох, издеваешься надо мной. Та-та-та-та-та. Чё хотел сделать там? Тогда, сменить персону. Орфей. Орфей, и у Орфея есть аги. И, в общем-то, все. Даже здесь, конечно, да, сейчас какой-нибудь как всегда промахнется, но... О, смотрите-ка. Неужели? Согласен. Вот все, что ты сейчас сказал, я согласен. Так. Опять камни. Камни, 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 камни. Under my umbrella. Ella, Ella, Under my umbrella. Элла? Окей. О, хеллоу. Хочу ли я вообще до 14 этажа доходить? Я не знаю. Он мощнее, чем тот, который почувствовал раньше. У тебя каждый раз все мощнее. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Хеллоу. Так, вас я не помню. А, лед, точно. П-п-п-п-п, значит, Апсара, правильно? Да, окей. Блин, просто вот эти все названия, не знаю, назовите, ледяная персона. Их, наверное, много. Наверное. Очевидно. Кстати, у нас мало SP. Насколько я понимаю, предметы относительно редкие, которые восстанавливают ману. Поэтому что-то я не очень хочу использовать. Ну, не знаю. Как, посмотрим, как получится. Папам, 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 папам. Oh, hello, beautiful. Do you wanna know how I got these scars? I'm the Joker, baby. Окей, 14 этаж, ну. Проскочил несколько этажей и попал сюда. Надеюсь, телепорт есть. Если нет, ну, все плохо. О, фак, есть телепорт. И он там вот, по идее. О, фак, это выглядит проблемно. Это вам не перчатки какие-то, правильно? Окей. Да, это посерьезней.
чуть-чуть посерьезнее тебя слегка. Странно, да? Первый, пятый, десятый, четырнадцатый. Окей. Та-там. Мы, конечно, не устали. А, вот все, у нас мана восстановилась. Мы можем пойти обратно. Часы не нужны даже. Часы просто буквально сохраняют. Окей, ну давайте сохранимся. Хотя я там все-таки бусину просрал. Ладно, хрен с ним. Ну, просрал одну бусину, ну, значит, просрал. Что поделать. Давайте посмотрим, что там насчет регистрации, что-то говорили. И, может быть, мы слепить персоны сможем. Поручение. Кстати, поручение. О поручениях. Ты совершенно не обязан браться за выполнение моих поручений. Каждое поручение после выполнения вознаграждается, однако только тебе решать, какие из них стоят твоего времени. Но уверяю тебя, каждое из вознаграждений несет достойную ценность. Так что я очень надеюсь, что ты попробуешь себя в моих поручениях. Время от времени я буду добавлять в список новые поручения, а выполнение некоторых из них непременно приведет к появлению новых. Я рекомендую повторно проверять этот список после выполнения каждого поручения. В случае с некоторыми поручениями тебе необходимо будет победить конкретных врагов и вернуться с доказательством победы. В таких случаях я попрошу тебя принести часть тел поверженного противника. Сами по себе они редко представляют какую-либо ценность, их легко не заметить, если только не искать специально. Так что, пожалуйста, обязательно сначала возьми у меня поручение, только потом пытайся его выполнить. Окей. О, фак. What the? Хотел бы попробовать анаболики. О, фак. Да, надо будет этим заняться, кстати. Как же мне здесь музыка нравится. В первом блоке. А? Первый блок имеется в виду где? Ну, в смысле... Пожалуйста, 6.15 в первом блоке. А, наверное, мы и находимся в первом блоке, а потом будет какой-то еще блок и так далее. Малое платье? Че? Хотел бы посетить полную. Пожалуйста, покажи мне окрестности. О, прикольно. Это надо будет сделать. Сгонять. Ну, мы обязательно этим займемся, только сначала разберемся с боссом. Потом обязательно. Так, слияние. Что-то я не вижу ничего про регистрацию, на самом деле. Надо остановиться. Так, у нас 6 уровень, так что можем сделать персону до 6 уровня, правильно? До 7. Что если? Бум Апсара, бум Орфей. Точно. Логично. Апсара плюс Апсара. Ну, я не установил, но так ли это важно? Я не знаю, устроит меня или нет. Мне кто-нибудь должен объяснить. Фак. Не знаю, Накамата. Орфей. Блин, это такая странная персона. Да, естественно. Орфей и ангел, что получится. Ах, да, вот это как раз. Орфей плюс... А, да, получается ангел. Плюс Накамата, получается этот мозг странный. Окей, ну... насчет этих вот комбинаций персон, я бы тоже хотел какие-нибудь комментарии хорошие почитать, потому что, ну, я еще толком этого не знаю, в чем суть. Ну... Идем, попробуем, чисто ради интереса. Я не знаю, против чего он слаб, не слаб. Это будет что-то. Так, мы сохранились, правильно? Да. Так, окей. Ну, привет. What the fuck? Окей, я... Приготовься, я не готов. Похоже, мы привлекли внимание стражи. Его аркан колесница. Окей, спасибо за информацию. Не с твоей машины. Окей, давайте проверим. Ну, сразу бафну. Плевать, что HP, как бы, но лучше у нас будет уклонение усиленное. Потому что я не хочу огрести. Окей, супер.
Так, ветер. Ну, защиты нет, но как-то слабо все равно. Окей, ты мне ничего не рассказала. О, фак. У-у-у, промахнулся. Найс, повезло. О, это музыка. О, фак. Думаете, буфу? Так, мы можем поставить на него вот этот вот гнев. Ну не гнев, а как там называется? Провокация, вот. Почему не может Аги, Диа, Репатра развеяться провокация? Совсем другое дело. Давайте попробуем провокацию на него хренахнуть. Он будет пытаться нас атаковать. Но он будет промахиваться, так как у нас ловкость увеличена, правильно? Вот, и он будет очень слабым из-за провокации. В теории. Я не знаю, что... Окей. Я впервые такой звук делаю. Окей, огня он не боится. Ни огня, ни ветра он не боится. Окей, найс. Я вообще слышал, что вот эти вот боссы более крупные, они легче, чем вот как мы сражались с перчатками и так далее. Я все еще попробую провокацию сделать. Да ты издеваешься надо мной. Просто это он сейчас промахивается, а вот когда попадет, тогда будут проблемы. Окей. О, могло быть хуже. Уклонение снова в норме. Ну, мы знаем, что делать. У Орфея, правильно, есть? Ну, Орфей есть этот навык в любом случае. Почему он здесь не отмечается? Я не понимаю. Удар и Аги. А где этот навык? Не понимаю, если честно. Давайте тогда Апсару, потому что у него лед тоже есть. Попробуем льдом потом долбануть. Ну, вообще каденция сразу же. Так что уклонение действительно полезно. Плюс HP, естественно. Ну, она ничего не может сделать. А, фак. О, да что ж так не везет-то, а? Так, ну мы должны проверить, в любом случае. Окей, льда он тоже не боится. Чё ж ты боишься-то, а? Поднимайся. Чего же ты боишься, Нига? А, фак. Пришло время каденции. Сейчас мана кончится, вот в чем проблема. По крайней мере, мы живы. Окей. И... В общем-то, окей. Я попробую его, кстати, ударом. Обычным. Fuck you. Где мой Орфей? Окей. Режущая атака, он точно не слаб против нее. Это понятно. Попробуем ударом. А! Да, точно. Надо было внимательнее читать комментарии, потому что мне об этом написали, то, что он... То, что он это обратно в тебя отражает. Окей. Супер. Я молодец. Я внимательный молодец. О, фак. О, спасибо, Нига. Не надо было тратить предмет. Не спасибо. О, щит. О, нет. О, он жив, окей. Это уже не важно. Мы сейчас победим. В теории. Мы можем просто взять и... Аги использовать. Ну, я так и не понял, в чем его слабость, если честно. Окей. И... Не надо... Ах. Ты же тратишь, ну... Окей, спасибо, что ты атаковала. А иначе сейчас были бы проблемы. Молодца. Еее. Сто опыта. Это выглядит важно. Примерно так. Эликсир жизни. Не знаю, что делать. Эй! Найс. Теперь ты можешь создавать персону вплоть до 7 уровня. Это хорошо.
Я не думаю, что я хочу исследовать этот этаж. Найс. Эликсир жизни. Сома. What's that? Да, пошел в навыки. Так, что-то у нас было. Сома. Найс. Эликсир жизни. Приводится в себя союзника, полностью становится HP. Ну так. Хочу ли я на 15 этаж идти вообще? Но здесь босса нет, мы можем спокойно вернуться, в общем-то. Надеюсь, он, блин, не респавнится. Я очень надеюсь, что он не респавнится. И да, опять же, мы можем продолжать, но я не думаю, что стоит это делать. Папам, 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 папам. Эй, бойс. А, это мы уже слышали. Окей, ну, это ведь был босс, да? Это точно был босс, а не мини-босс очередной. Потому что вполне себе похож на босса. Как по мне. Так, я думаю, здесь можно притормозить. Сколько-то запись... Маловато, маловато. Идем, значит, в город. Опа. А, зачем? Надо было поручение взять. Надо было эту дуру с собой взять. Фак, ну ладно. Па-па-па-па. Ну, неудивительно. После всего этого. Ты услышал разговор. Завтра начинается золотая неделя. У тебя есть какие-нибудь планы? В общем-то, нет, но завтрашнее шоу я не пропущу. О, ты имеешь в виду телемагазин Танака, да? Когда я слышу эту мелодию, я не могу сдержать желание купить что-нибудь. Я всегда смотрю его каждое воскресенье. У меня так скоро все деньги на него уйдут. Прозвенел первый звонок. Ну-ка. Каждый раз так послушивает. Окей, я извиняюсь. Эй! Привет. Подумал, тебе будет интересно знать, что некоторые спортивные команды... Я в курсе, хватит мне об этом рассказывать. Я похож на спортивного человека или как? Что мы можем сделать, что мы можем... А, четверг. В четверг можно сходить... в этот... в совет. Я отреагировал слишком бурно, я просто хотел извиниться. Я начинаю сильно нервничать, когда я говорю с людьми, особенно с мальчиками. Я знаю, это плохо, но я ничего не могу поделать с этим. Похоже, Чихиро очень застенчивая. Что ты ей скажешь? Половина школы мальчики, половина мира мужчины, я тоже мальчик. Чё отвечать-то? Все какие-то ответы, ну, одно и то же, в общем-то. Я знаю, поэтому я так нервничаю сейчас. Извини, если у меня не получится хороший представитель школьного совета, если я буду такой. Мне нужно попытаться переселить эту фобию. Okay. Спасибо, я делаю все, что могу. Молодца. Чё? А, понедельник, среда, пятница. Окей. Ну, значит, на следующий день. Вроде ничего особенного. Хотим ли мы? Куда мы хотели? Вопрос. Странный акцент появился вдруг. Вопрос. Мы можем сгонять в город. А конкретно, наверное, в Павловней. Какое же дебильное название. Нет, стой. Да-да-да, торговый центр Павловния. Что за название, я не понимаю. И здесь как раз есть дверь этой тянки. Эй, толстый. Та-на-на-на. Окей. Хрум-хрум-амк. Могу я чем-то помочь тебе? Что ты ешь, Нига? Какая разница, что это? Тебе все равно не понять всю изысканность этого редкого бутерброда для гурманов. И вообще, я уже заканчиваю. Мне еще надо посетить один ресторан. Эх, как же я занят. Ты задаешься вопросом, не этот ли тот самый... А, король гурманов, о котором говорил Кенджи. Похоже, сейчас он полностью сосредоточен на идее, и все остальное просто игнорирует. Возможно, тебе не хватает обаятельности, чтобы отличить его от бутерброда. Уровень твоей обаятельности сейчас даже ниже, чем просто скучный. Эй, так тебе ни за что не завладеть его вниманием. Не то, что меня этот жирный как-то интересовал. Но я понял суть. Я не знаю, как адекватно все-таки эти вещи прокачивать. А, нет, суть, она же сказала, ей днем нужно. Давайте посмотрим все-таки. Может быть, прокатит. Да-да, почему нет? 5-7. Ну-ка. Так это, го. Так это, го. Свида. Чего? Чего? Ну это поручение.
Мы как бы на Фоуку идем, а не на Элизабет. О, фак, она моргнула. Я не знал, что они моргают. Я думал, это чисто модель. А, фак, стоп. Я ожидал тебя. Ну что, пойдем. What the fuck? Ну, если этот социальный линк поставит, то, наверное, нормально. Я не знаю. Я просто не хочу, блин, облажаться. Просто я говорю, мы будем социальный линк устанавливать максить с Фукой, а не с этой. Ну, а прикольно. Пытайся обдачная встреча с одной из диковин вашего мира. Должно быть это фонтан. Он потешается над водой, которая, как известно, основа жизни. Как озорно. По слухам, его чарующая природа позволяет исполнять желание того, кто пожертвует несколько монеток. Успокойся. Может быть и так. В таком случае я должна попробовать это сама. К счастью, я принесла с собой достаточно монет. 2000 монет в 500 йен, если быть точным. Ничего себе. Я начну свое подношение духу фонтана с... Excuse me? Ты уверена? Окей, найс. Хорошая работа. Я настолько увлеклась бросанием монет, что совершенно не обдумала мое желание. Так не пойдет. Я хорошенько обдумаю его, прежде чем вернуться сюда в ближайшем будущем. Окей, найс. Хорошая работа. Теперь что? Интересно, а что это за заведение? Где так много джентльменов строгого вида? Эти фотографии вывешены на видном месте. Разыскивается вознаграждение. Я правильно понимаю, что это некая разновидность охоты за головами? Их нельзя убивать. Понятно, значит, их необходимо захватить живьем. Ты утолил мое любопытство. Пока. Что происходит? Эй, ночной клуб. Вот это впечатляющее сооружение. Не может быть, это же Масака. Ночной клуб. Танцоры, ведомые волей внутренних страстей, подземный сад раскованный зрелищ. О нет, он ведь не закрыт сейчас, верно? Какая жалость, я надеялся, что мне доведется принять участие в таком вот ритуале. Ты сама сказал днем, дура. Вот так. Окей. Это было великолепно. А, точно. Я просто ошеломлена. Все выглядит таким новым и привлекательным. Везде, куда бы я ни бросил взгляд, есть что-нибудь заманчивое. Возможно, ты не будешь против посоветовать, чем нам стоит заняться дальше. А это караоке, не знаю. Надо было, кстати, аркадный автомат, но обаятельность тоже хорошо, наверное, увеличивать. Караоке — это место, где любой может вызвать на состязание даже профессиональных певцов одним нажатием кнопки. Похоже, пришло время показать тебе мои скрытые таланты, я себе представляю. Ох, прошу прощения, ты не подойдешь минутку? А, что теперь? А, еще один фонтан, не вздумай. Я не знал, что на этой стороне тоже есть фонтан. Что, еще миллион? О, боже. Мне, кстати, надо будет... О, еще один фонтан вон там. Понимаю, значит, это место обитель Троицы Духов Фонтана. Поехавшая. Блин, надо будет посмотреть аниму, кстати, по персоне. Теперь я так думаю. Прошу прощения за ожидание. Продолжим. Ты проводишь время с Элизабет в караоке. Может быть, это обаятельность увеличит или еще что-нибудь. Это будет хорошо. Спасибо за неоценимый опыт, который ты разделил со мной сегодня. А может быть, это даже не социальный линк, кто знает. На этом я объявляю мое поручение полностью выполнено. Возможно, это прозвучит дерзко, но я хотел бы, чтобы ты снова составил мне компанию когда-нибудь. Вместе с Элизабет, ты Элизабет вернулся в бархатную комнату. Бархатная комната — прикольное название, на самом деле. Добро пожаловать... А, это все? А, окей, даже не социальный линк. Окей, тогда все нормально. Просто написали свидание, поэтому я думаю, what the fuck, man? Спасибо большое, что показал мне павловню. Фонтан, исполняющий желание, я до сих пор не решил, чего бы мне пожелать. Мастер, к сожалению, запретил мне превратить эту комнату в развлекательный клуб. Это единственное, что пришло мне на ум. Придумать, что... На ум? На ум? Придумать что-то другое оказалось не такой уж простой задачей. О, я наконец-то решила. Стоит лишь пожелать придумать желание. Вот и все, вопрос решен. Что касается вознаграждения, я приготовил для тебя кое-что особенное. С помощью этого ты сможешь создать Хуапо. Чё? Очаровательную персону, сочетающую в себе внешность милой девочки, мощные навыки атаки. Пожалуйста, прими свое вознаграждение. Это, по идее, важно. Что-нибудь еще? А, что у тебя там еще-то? Попробовать анаболики. Где их возьму-то? Как бы у меня их, по идее, нет. Да будет старый документ с вершины первого блока Тепхель. А, вершина. Принеси мне до наступления красной. Хвойные смолы. Где я возьму-то? Который пользуются лучники. Чуть тебе подсказывает мне, что у тебя появится. Ну, заполучить немного. Ага. Совместив способность двух персон, владей комбо навыком каденции. Эй!
У меня есть каденция-то. Эй! Естественно, я возьму, я его уже выполнил. Окей. Естественно, я выполнил. Я подозреваю, что ты успешно изучил комбо навык каденции. Ах, какой чудесный дуэт двух музыкантов. Стоит мне его только услышать, как я начинаю чувствовать прилив сил. Пожалуйста, прими свое вознаграждение. Два Джека. У меня ни одного нет Джека. Джек, Джек, Джек. Окей. Может, мы сделаем как раз эту персону? Как нам ее сделать-то? Просто там тот предмет, как бы. Это, по идее, да, этот мозг. Я не знаю, стоит или нет. По идее, электричеством атакует, но Орфей неохота терять. Я не знаю, насколько это важно. Черт побери. Окей, знаете что? Быстрое сохранение. Бум. И сегодня я, наверное, запишу только один эпизод персоны. Я хочу все-таки знать больше про слияние персон. Напишите мне все-таки в комментариях, что важно делать. Как? Можно рандомно их все-таки хренач. Нужно ли мне вот это вот сейчас сделать или нет? Я сейчас сделаю, но потом, если что, я перезагружусь. Да, на этой неделе будет поменьше роликов, но что поделать. Окей. Просто это важно. Ты еще кто? Какой ужас. Мемнема Омойкане. Мы с тобой единое целое. Не думаю. Престарелая пара. Ага. Это вот эти ребята. Эй. Ну, есть провокации, разрез. Диа... На Диа, насколько я помню, случайно не... Не, Аги это угодно. Ладно, хрен с ним. Блин, мне настолько интересно все эти механики изучить-то, но их так много. А времени так мало. И комментариев пишут не всегда много. Так, давайте посмотрим все-таки насчет... Да, что там в навыках? Зио. А, да, вот как раз у него мало урон электричеством, провокация, разрез. Орфей мы потеряли. У нас теперь нет огненных атак, к сожалению. Эх. Я боялся это делать. А, знаете, что, чего у нас еще нет? У нас нет гребаной каденции теперь. Может быть, не стоило этого делать. Вот, вот понимаете, вот в чем проблема? Может быть, это вообще плевать, правильно? Ну, надеюсь, мне в комментариях напишут. Так, где тот предмет? Или он в ключевых... По идее, правильно? Да, вот. А как воспользоваться этим? Позволяет создать Хуапо, маг. А воспользоваться-то как этим делом-то? Позволяет создать... Так, я быстренько-быстренько сейчас погляжу в интернете. Мне интересно. F11 я вроде обычно нажимаю. Ну, в общем-то, ожидаемо. То есть, чисто этот предмет здесь... Вот останется, и если я найду нужную комбинацию, то я смогу ее сделать. Вот что-то типа того, насколько я понял, не уверен. Да, на сегодня завяжем. Так, я не буду... Да, если что, я потом загружусь с того момента. Да, надеюсь, мне напишут в комментариях насчет все-таки слияния персон, потому что это, судя по всему, важно. Я в этом не разбираюсь. Да, если понравился этот эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. И да, до встречи.